Всем привет-привет! Сегодня новый день, настроение уже более-менее стало по сравнению со вчерашним днем. И сегодня я все-таки решила заняться домашними делами, потому что их накопилось очень много. Я так и не помыла вот это окно. Сейчас я им как раз-таки займусь. Затем надо будет перебрать шкаф, нужно и одежду перебирать, и обувь. В общем, дел хватает, поэтому некогда расслабляться, нужно заниматься делами. Тем более, когда я одна дома, дело пойдет, конечно же, быстрее. Муж на работе, дети в школе. Давайте займемся все-таки делами. Начну с окна. Нужно убрать все цветы отсюда. Так. Отодвинуть диван, чтобы было удобнее. Заодно и под диваном помою. Блин, тут этот коврик. Не туда, не сюда. Так.
Итак, у меня тут есть такой вот стульчик, изрядно такой испачкавшийся. И есть вот такое средство очиститель обивки ковров и велюра. Вообще покупали чистить салон в автомобиле, вот, но я решила попробовать почистить стул. Он очень часто и быстро пачкается, и чистить его прям таки тяжеловато. Вот здесь камера не передает основное, вот здесь вот. Ну, как дети едят со стола, наверное, что падает. Ну, и вот здесь тоже край. Ну, на камере так не видно сильно. В общем, надо энергично стряхнуть баллон. Нанести. Ух ты! Как хорошо. Так, и на спинку нанесу. И растереть мягкой щеткой или влажной губкой. Но если не поможет, придется тогда чистить по старинке мыть его. И где особые загрязнения, там нужно хорошенько потереть. Так, и через 1-2 минуты сказали протереть сухой тряпкой, потом пропылесосить. У меня пылесоса нет, не знаю. Так, я, наверное, сюда еще побрызгаю. Как-то тут не особо очистилось. Может быть, оставить нужно вот так. Немножко вот так вот оставлю. В общем, потом расскажу про результат, помогло или нет.
Так, стульчик у меня почти подсох, но что хочу сказать, не на 100% очистилась, но пока что пойдет. Пока потерпит, потом все-таки буду чистить, как обычно, порошком, щеткой. Самый верный способ. Вот. В принципе, если бы не сильно грязный был стул, то нормально. Но вот где были сильные пятна, не совсем очистилась, ну так немножко посвежела. Также я помыла микроволновку, вы видели. Протерла, все помыла. Мыла я ее в кружечку, налила воды, лимонной кислоты насыпала, поставила, включила. На несколько минут она у меня там кипела, бурлела. Все, вся грязь отстала. Потом я средством для посуды губочкой чуть-чуть потерла. И все. Вот, и снаружи здесь вот я меламиновой губкой отмывала ручку. Вот, и вокруг протерла пыль. Прошел час, я навела порядок во всей квартире. Конечно, у меня остались шкафы нетронутые, духовка еще не тронутая. Но это уже в следующий раз. Шкафами я займусь, наверное, сегодня, но только вечерком. Вот. Но духовка я уже не знаю. Завтра, может быть, духовку помою. Такая вот сегодня была экспресс-уборка у меня. В принципе, как обычно. Но вот сегодня еще добавилось окно. И микроволновку я мою не так уж часто. Вот. Потому что пользуюсь крышкой, чтобы реже мыть микроволновку. Вот. Протерла пыль. Тоже видели, полы помыла. Полы я мою каждый день. Вот. Редкий случай, когда я не протираю полы, но подметаю обязательно. Сейчас пылесоса у меня нет. Раньше был, сейчас нет. Я пользуюсь просто веником. Как видели, у нас из коврика, то из ковров только маленький коврик вот тут возле диванчика. Поэтому как бы без пылесоса я пока что справляюсь. Но у меня в планах, в мечтах купить небольшой такой вертикальный пылесос. Площадь у нас небольшая, мне бы хватило вот этого пылесосика. Вот. В общем, вот так. Наверное, на этом я закончу вот этот мотивационный свой влог. Пишите комментарии, за какое время вы убираете свою квартиру. Ну, у нас маленькая площадь, 18 квадратов. Вот, мне часа, в принципе, хватило. Вот. Попрошу поделиться вас этим видео в социальных сетях. Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь на него. У меня также есть второй канал, Мукбанг, вечерние посиделки. Кто любит кушать на камеру или смотреть, как кто-то кушает на камеру, обсуждать интересные темы, прошу вас, переходите по ссылочке под этим видео на мой второй канал и туда тоже подписывайтесь и смотрите. Все, буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Всем удачи. Пока-пока.